Город Сан-Ремо. Продается пятикомнатная квартира около пляжа в самом-самом центре. Около фонтана нашего Сан-Ремо. Общая площадь где-то 160 метров квадратных плюс 27 метров квадратных терраса. Сегодня у нас второй день фестиваля в Сан-Ремо, поэтому очень бурно и оживленно. Велосипедная дорожка. Идущая как в сторону Генуи, так и в сторону Лазурного берега. У нас кухня. Мебель хозяева оставляют. А на шум не обращайте внимания, потому что двойной стеклопакет, да, везде, и кондиционер есть. Две ванные комнаты. Одна с душем, другая с ванной и электромассажем. Ремонта апартаменты не требуют. Из зала открывается красивый вид на море. Сейф, сигнализация, кондиционер, я уже сказал, металлическая дверь. А в данный момент здесь сейчас у нас кладовка, да? А так по плану здесь четвертая спальная комната. Просто семье хватает три спальные комнаты, поэтому они ее превратили в кладовку. Очень неплохая планометрия здесь. Нормальные, адекватные комнаты. В год где-то налог на эту недвижимость 900 евро. Плюс, что у нас еще здесь? Где-то кондоминиум, да? Кондоминиум стоит около порядка 1200 евро. Это вторая спальная комната. Ну, может, какие-то, конечно, вещи есть от бабушки, от дедушки. Это они никогда в жизни не отдадут. А так, в принципе, мебель, какая вам нужна, будет, оставит. Третья спальная комната. У них трое детей, поэтому две детских и одна взрослая спальная комната. До песчаного пляжа идти буквально вот здесь вот идет внизу дорожка. Вот она. Вот она идет туда. И вы уходите на пляж. Так, что у нас там осталось? Еще спальная комната. О, еще ванная комната осталась. И большая ванная комната. Индивидуальное отопление. Запрос 1 200 000, как всегда, торг.